Основанием для проверки стали заявления представителей правообладателей торговых марок о защите прав интеллектуальной собственности. Таможня и полиция выявили 134 единицы товаров с незаконным использованием таких популярных брендовых знаков, как Nike, Adidas, Reebok, изъятые спортивные кроссовки и сумки, туфли, носочно-чулочные изделия, наручные часы и чехлы для телефонов. Предприниматель будет привлечен к административной ответственности. Продавец отказывается мне выдавать чек на сумму 99 рублей. Да я еще в YouTube вызову, покажу. И в общество прав потребителей. Да, мне без разницы. Заплатить сразу 40 тысяч пар обуви в Иркутске. Именно такую партию немаркированного товара изъяли с прилавков областного центра сотрудники таможни и полиции. Проверку, в ходе которой и было установлено нарушение, проводили сразу в трех точках одной торговой сети. Магазины были расположены в Свердловском, Ленинском и Правобережном районах. Итогом ревизии стала конфискация 40 тысяч пар обуви на общую сумму более 35 миллионов рублей. Товар без маркировки был обнаружен во всем модельном ряде, начиная от кроссовок, заканчивая босоножками. Вся продукция изъята, а в отношении фирмы-продавца проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение. Совместный рейд был инициирован Иркутской таможней в целях контроля оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке, в том числе иностранного происхождения. В Иркутске были проверены три торговые точки одной торговой сети, на реализации которой находился широкий ассортимент детской, мужской, женской, немаркированной обуви, а также обуви, маркированной с нарушением установленных правил. Контрафактной одежды и обуви ее незаконно продавали в нескольких гипермаркетах областного центра. Реализация товара под брендами известных мировых производителей велась в магазинах одной из торговых сетей. При этом никаких соглашений с правообладателями товарных знаков коммерсанты не заключали. Конец подпольному бизнесу положили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции региональной полиции. В результате проведенных мероприятий в трех торговых точках Великого Новгорода сотрудники полиции изъяли свыше 2000 единиц одежды и обуви с признаками контрафактности. Кроме того, изъята финансовая документация и электронные носители информации, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение. Следственным управлением, управлением МВД по Новгородской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции и следствия продолжают работу по установлению всех обстоятельств дела, лиц, причастных к преступлению, а также ущерба, причиненного правообладателям товарных знаков. Прокуратура признала возбуждение уголовного дела законным и обоснованным. Бутылка, бутылка, сказали, температура. Мы, как журналисты, решили посмотреть, есть ли действительно эти нарушения, и если нет, об этом сказать. Включайте камеру. Ну, там что, нашли какое-нибудь нарушение? На днях в магазин «Планета одежды и обуви», что находится на проспекте Мира, нагрянула проверка Роспотребнадзора, после чего управление приостановило деятельность магазина за несоблюдение мер профилактики COVID-19. Мы захотели наведаться в магазин, чтобы проверить, настолько ли там все плохо, чтобы его закрывать. По всей видимости, магазин продолжает работать. Посмотрим, что там внутри. При виде камер сотрудники отказались с нами разговаривать и сразу пошли за директором, а мы решили пока осмотреться. Так, это антисептики здесь стоят, но кажется, они все-таки на продажу. А где для покупателей антисептики? Видимо, их, как и масок, здесь нет.
И пока мы искали маски, к нам подошел администратор, который убеждал нас, что Роспотребнадзор не нашел здесь нарушений. Ты че? Вот. Магазин закрывать не будут? Не нашли здесь нарушений каких? Да, они закрывают здесь. Ну хорошо, мы тогда пройдемся, посмотрим. А вот скажите, где у вас антисептики, маски вот для посетителей? Вот мы, вот. Все эти у нас. Угу. Так это 10 ценник. Это не на продажу? Это не на продажу. 799 рублей еще. Да, мы покупали ее. А, вы это покупали? Да. Угу. А маски? Маска уже закончилась, все. А, хорошо. И когда их снова сюда положат, как-никак приходят люди без масок иногда? Маска, это маска же вот в тех есть, покупали, заходят. Надеяться-то на людей можно, однако отсутствие масок – нарушение, как и отсутствие средств для обеззараживания воздуха. Мы думали, что уже все магазины за год пандемии научились делать из салфеток что-то похожее на маски, но, видимо, нет. На этом нарушения не закончились. Все товары легкой промышленности, в том числе и обувь, подлежат обязательной маркировке. Это такой небольшой QR-код, просканировав который, можно узнать, какой путь вообще прошел товар. Вот выглядит она примерно вот так. И на какой-то обуви эти коды действительно есть. Но, как мы видим, не на всей. Видимо, маркировку начали ставить после проверки другой точки с таким же названием, где из продажи изъяли почти 900 пар контрафактной обуви. На обуви отсутствовал код Data Matrix системы «Честный знак». Кроме того, на часть обуви нанесены товарные знаки известных спортивных брендов, правообладатели которых подтвердили, что продукция является контрафактной. В результате контрольной закупки из оборота изъято 883 пары обуви на общую сумму 808 тысяч рублей. За отсутствие этой маркировки ИП может грозить штраф до 300 тысяч рублей. Однако нас начали убеждать в том, что маркировка есть, просто она каким-то образом закончилась. Это все закончилось, скоро все поставим. Вот несколько штук были, мы ставили, а одна остальная вот, ну, заказывали, скоро будет, потом поставим. То есть все в процессе, да? Да, да. Позже вместо разговора администратор избрал другую тактику, начал проявлять агрессию, толкать оператора и пытаться вырвать камеру, что является препятствованием журналистской деятельности. Да и если бы нечего было скрывать, реакция от администратора такой бы не последовала. Уже на выходе из магазина мы заметили объявление о том, что управлением Роспотребнадзора все же установлен запрет на работу этого магазина, в чем нас пытались переубедить. Сказать нам так ничего и не смогли. И по факту мы все так же нашли нарушение. Ну, видимо, вот так магазин хочет. На съемке становится понятен масштаб реализации различных поддельных товаров в Новосибирске. И, наверное, не озадачивались бы продавцы таким большим ассортиментом и объемами контрафакта, если бы сами покупатели не создавали спрос. Но многим, без сомнения, нравится приобретать обувь и одежду известных брендов по бросовым ценам. В ходе очередного рейда по торговым точкам города Новосибирска была обнаружена одежда и обувь без обязательной маркировки. При проверке также выяснилось, что на товары незаконно нанесены обозначения популярных брендов. По данному факту проводится дополнительная проверка с целью принятия процессуального решения. По ряду признаков эксперты определили, что производили эту спортивную экипировку в Китае, Вьетнаме и Индонезии. Общее количество изъятых в магазине товаров составило 1287 единиц, в числе которых около 600 предметов спортивной одежды и кроссовок с признаками контрафактности и порядка 700 пар обуви без обязательной индивидуальной маркировки Data Matrix. Напомним, что такая маркировка в России введена летом 2020 года. В целом, за период с января по апрель этого года сотрудники службы таможенного контроля на внутреннем рынке региона из незаконного оборота изъяли почти 1500 поддельных и около 4000 немаркированных товаров – одежды, обуви и парфюмерной продукции. Впрочем, контрафактные товары таможенники выявляли не только в торговых точках. Сотрудники ОМВД России по Рязанской области проводят оперативно-профилактические мероприятия, направленные на пресечение фактов изготовления и оборота контрафактной, фальсифицированной и незаконно ввезенной на территорию Российской Федерации продукции. Так, 13 апреля в ходе проверки на центральном рынке города Рязани сотрудниками Управления организации охраны общественного порядка ОМВД совместно с коллегами из отдела МВД России по Советскому району города Рязани выявлен факт реализации индивидуальным предпринимателем продукции с признаками контрафактности в количестве 358 единиц. На предметы обуви были нанесены товарные знаки известных брендов. До этого на вас составлялись административные протоколы по,
по поводу брендовой продукции. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное расследование по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ. Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака. За данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере трехкратного размера суммы товара, явившегося предметом административного правонарушения. Изъяли у предпринимателя почти 500 пар контрафактной обуви. Кроссовки известных брендов продавали в крупном торговом центре. Сейчас по данному факту проводится проверка. Не исключено, что индивидуальный предприниматель, который выставил на продажу контрафакт, будет привлечен к уголовной ответственности. Незаконно продаваемый товар в торговом центре Бийска выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального управления МВД России Бийска. Известно, что индивидуальный предприниматель продавал обувь известных торговых марок без документов, подтверждающих право на введение фирменной продукции в товарооборот. В итоге сотрудники правоохранительных органов были вынуждены опустошить прилавки магазина. Всего из продажи изъято 497 пар спортивной обуви. Сейчас кроссовки направлены на экспертизу для установления подлинности и определения ущерба, принесенного правообладателям брендов. Если сумма превысит 250 тысяч рублей, то в отношении бизнесмена будет возбуждено уголовное дело. Предприниматель может отправиться за решетку сроком на 2 года. Хотите постановление проведения обыска в данном помещении? Возможно, до 26 июня. Хорошо. Скажите, у вас видео записывается? Ну, должно, а потом есть еще... Еще раз. Сам работаю, никакой записи не видел, потому что... У вас здесь кассовая аппарат, да? Все, давайте 5 пар. Все, 50. Вот, возьмите. 2. Да.
одежду и обувь на сумму более 9,5 миллионов рублей. В результате проведения комплекса мероприятий оперативники управления МВД России по городу Волгограду пресекли незаконный оборот товаров без маркировки и нанесение информации, предусмотренной законодательством. Установлено, что 40-летний житель Городищенского района приобретал, перевозил и хранил одежду и обувь и иные кожгалантерейные изделия. Продукция без логотипов производителя и маркировок в дальнейшем реализовывалась в помещении торгового объекта в Дзержинском районе. Из магазина, а также из складских помещений полицейские изъяли свыше 25 тысяч предметов одежды и обуви. В отношении фигуранта следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств против. Сейчас посмотрим.